Привет, мои дорогие, с вами Татьяна. Сегодня мы с вами находимся в торговом центре Океан Плаза. И здесь есть такой магазин с демократичной одеждой. Be Free. Такие здесь витрины. Такая вот девушка в платье. Манекен в платье. Платье, кстати, неплохо пошито. Видите, здесь внизу хорошо так подрублено много ткани. Это иногда признак хорошего тона в пошиве. А то иногда пошьют и очень мало ткани внизу, как будто украли. Футболка 400 гривен. 14 долларов. 329 гривен. 12 долларов. Вот актуальный такой рисунок на футболочке. Сейчас это модно. А вот такие есть лимончики. По такой же цене. Шорты 500 гривен. 18 долларов. Платье вискоза 600 гривен. 22 доллара. Видите, вот такое здесь плечо можно спустить. И вот такой расцветочки. Лавандовые, девочки, это все вискоза. И розовый. Здесь рукавчик такой длинный, с небольшой рюшей на рукаве. Такой сарафан 450 гривен. 15 долларов. Такая вот безрукавка 929 гривен. 34 доллара. Вот такое же платье, как на манекене, 880 гривен. Это где-то 32 доллара. Красивые расцветки. Вот еще есть такие в полосочку. Юбка, полос, солнце, клеш. Видите? За 100% хлопок 600 гривен, 22 доллара. И вот такие еще цвета есть. 500 гривен, 18 долларов. Здесь, конечно, больше для молодежи, девочки. Такой магазин. 350 гривен, 12 долларов. Вот вперед. Это простая лаконичная юбочка, очень коротенькая. И вот такие цвета здесь есть еще. Вот так это выглядит. Вискозные сарафанчики, 530 гривен. 19 долларов. Ну, вот смотрите, какой прекрасный цвет. 1200 гривен, 44 доллара. Такое платье с подкладом. Такой здесь рисунок. Вот юбки ниже колена. Такие юбки можно и женщинам купить. Правильно, на лето очень весело. 1140 долларов. 730, 26 долларов. Есть еще беленькие. 630, 23 доллара. Кстати, юбки есть вот такие вот нежно-розовые. Такой фуксия. 1430, 53 доллара. Такое платье. 1400 гривен, 52 доллара. Такое кружевное. Вот такое черненькое. И такое черное. Возможно, кому-то надо черное платьице. Это маленькое черное платье. 500 гривен, 18 долларов сумочки. Брюки 730, 26 долларов розового цвета. 830 гривен, 23 доллара. Ой, 31 доллар, извините. И такая 830 гривен, 31 доллар. Юбка 1050 гривен, 38 долларов. Здесь еще темно-синие. Много разных рубашек. 680 гривен, 24 доллара. Вот видите, такой здесь рисунок. И вот такие рисунки. Вот я показываю вам рукава. Видите, какие здесь. Такие вот 530, 19 долларов. Вот такой прекрасный мятный цвет. И здесь котики. Смотрите, какие они милашные. Прямо загляденье.
$682.24. Она длинненькая такая вот рубашка. Тоже здесь рисунок, но здесь уже собачка. И вот такая яркая тоже рубашечка. В общем, для молодежи здесь вообще рай. Можно одеваться, разные рубашки. Кто любит рубашки носить, можно сюда прийти и купить разные прикольные рубашки с рисунками. Смотрите, сколько здесь всего. Шорты, футболки, топики. $480, $17. $830, такие вот брюки. $31. Вот такие расцветочки. Видите, под все топики есть и мятный цвет, и фукси, и желтый. Замечательно. $750, $26. Варенки детства гривен, $33. Еще вот такие вот есть джинсы. Ну, в пределах этой цены. Здесь идет распродажа и весенних вещей уже. Есть по 200 гривен, по 300 гривен вещи. Видите, везде скидки, скидки. $800, $30. Вот такой, например, $300, $11 с капюшоном. По-моему, замечательная цена. Девочки, джинсы по 200 гривен, $7. Боже мой, это, такой цены не бывает. $350, $12 такие кеды. Эти $800, $30. Шапки $150, $5. Вот такие вот сумки. $400, $14. Рюкзачки. Вот такой вот нюдовый цвет, красивый. $880, $32. $750, $26. $650, $23. Здесь такая строчка контрастная. И такие вот расцветочки есть этих юбочек. Ну вот, друзья, такой у нас магазин есть в Киеве для молодежи. Цены очень демократичные. Есть кое-что веселенькое. Кому интересно, зайдите, познакомьтесь. Вдруг вам что-то понравится. Друзья мои, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Вам не трудно, а мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока.